Житель Ханты-Мансийска может лишиться свободы на 7 лет за избиение ребенка. Окружным управлением Следственного комитета России завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины. По версии следствия, он систематически избивал 7-летнего пасынка. Зафиксированы различные побои, в том числе удары рукой по затылку и спине. Преступление было выявлено после публикации записи с камеры видеонаблюдения в социальных сетях. На видео попал один из эпизодов применения грубой силы. На кадрах видно, как мужчина с детьми зашел в лифт, и там отчим ударил малолетнего по голове, при этом ругая ребенка. Сейчас обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. По уголовному делу следователями собраны достаточные доказательства. Материалы уголовного дела переданы в суд. По ходатайству следователя решением суда обвиняемый заключен под стражу.